всем, всем доброго здоровья. Последние тут у нас уборки, к зиме готовимся. Я говорю, раньше в детстве как-то было непонятно вот эта басня о стрекозе и муравье. Думаю, как она не могла, как она не успела-то это посмотреть или как там, что лето-то пролетело. Вот. А потом, когда сам вырос, значит, появилась семья, дом, и тогда я начал понимать стрекозу, как лето может быстро пролететь, и ты много чего не успеваешь еще делать. Вот. Это у нас канава водоотводная весной. Ну, не глубокая такая, какая есть. Ее потом можно будет поглубже сделать. А раньше, говорят, когда здесь жили, была первая деревня, заборов-то не было ни у кого, и рыли канавы. Вот, и канавы такие, что прям в рост человека. То есть, и говорят, что в погребах не было воды. Ну, там, из-за канав, наверное, или может еще какие-то условия были, хотя снега было много. Вот, поэтому мы канаву подчищаем, чтобы весной вода лучше текла. Она зарастает за лето. А бывает, если года 2-3 там не проредишь ее, тут вообще просто заросли, и понятно, вода ну, плохо текет. Вот, поэтому так, в общем, все подготавливаем потихонечку. Уже кругу немножко снежок. Приятная такая осенняя погода. Все в таком уже замерзшем состоянии, как бы. Вроде плюс на улице, вот, такой вроде плюс и минус, не помнишь, вода вроде не застывшая, вот, или может быть небольшой плюсик из-за ветра, кажется как-то холодновато. Вот, ну что ж, готовимся к зиме, мы рады этому времени, слава богу, лето прожили, отработали, все, огород убрали, картошечку выкопали, все заготовили вроде, ну, как бы дела еще кое-какие есть на улице, вот, которые надо подделать, поэтому, собственно, занимаемся этим сейчас. Ну все, давайте всем благополучной встречи зимы и ее времяпрепровождения полезно.